Бизнес английский, тема девятая, trade. Trade переводится как торговля. И давай с вами разберем очень полезные слова и, как всегда, посмотрим примеры предложений. Итак, смотрите, что нужно знать. Значит, это sell, продавать. For example, они продают. They sell. Они продают. These products. Они продают этот продукт. They sell this product. Также можно сказать, они продают этот товар. Товар на английском это goods. Можно сказать, they sell these goods. Соответственно, сразу вспоминаем антоним. Как сказать купить? Ну, вы понимаете, что антоним это buy, но на самом деле в бизнес английском употребляется также и другое слово. Слово это purchase. Значит, purchase означает купить. То есть можно сказать they purchase, они покупают, или they buy, это одно и то же. Например, они покупают наш товар регулярно. They purchase our goods regularly. Они покупают наш товар регулярно. They purchase our goods regularly. Далее двигаемся. Смотрите, значит, produce, соответственно, производят. Например, they produce cars. Они производят машины. Соответственно, слово production, производство. И вообще, как происходит процесс, например, производства, доставки и так далее. Ну, в первую очередь следует сказать, что customers, клиенты, customers, often order, customers, customers often order, часто заказывают онлайн. Customers, yes, one word, одно слово, customers often order online. Клиенты вообще часто заказывают онлайн. The company, компания доставляет, deliver, это значит, the company delivers the goods. Компания доставляет товар. И отсюда delivery, доставка. И также с вами разберем еще очень важные слова. Это retail и wholesale. Например, можно сказать I work in retail. Я работаю в ритейле. I work in retail. Retail по-другому розничная торговля. Или I work in wholesale. Я работаю в оптовой торговле. I work in wholesale. Ну, что касается меня, as for me, что касается меня, I work, я работаю, I work in retail and wholesale. Я работаю в розничной и оптовой торговле одновременно. I work in retail and wholesale at the same time. At the same time. Вот такие полезные сами выражения мы разобрали. Да, еще раз повторим. They sell this product. They sell these goods. Да, конечно, множественное число, что если просто сказать good, это хорошее. They sell these goods. Ну и, соответственно, можно сказать, что множественное число, там, these products, если мы хотим поменять. These products. В принципе, это тоже легко сделать. А вот goods только множественное. Далее, sell. И buy. Buy means purchase, покупать. They purchase our goods regularly. They produce cars. They produce cars. Oh, and the word production, слово production, производство. Customers often order online. The company delivers the goods. Delivery, retail, wholesale. И полезные выражения. Фразы I work in retail, I work in wholesale. As for me, I work in retail and wholesale at the same time.